Утро доброе, 29 апреля, 8 часов, показываю. Вот уже удочка стоит, я уже выходил на уклеечку. Уклеечку ловил. Ну, уклейки много, уклейка разная. Я выбрал, наверное, штук побольше десятка крупный. Но я был там, ну, если полчаса был, это тоже хорошо. Вот. И люди сейчас есть, рыбачат. Сейчас посмотрим, что-то ловят или нет здесь. Вот. Там, я был вот там на этот, вот где Володя сидит, на пристани. Там два человека сидит. Вот здесь. Володя сидит, и там еще парень. Там сказал Володя, что ловит плотву. Вот. Здесь один человек пока сидит, другой выезжает, и там в конце сидят на понтоне люди. Не жарко, погода холодная, не жарко, но посмотрим, что будет дальше сегодня. Будут изменения, будет рыбалка, значит, буду снимать.